лето, босоножки и наши красивые ножки нуждаются в интенсивном уходе. Особенно важен пилинг и педикюр. Моя подруга, эксперт по домашней косметике Олечка Сеймур, обещала рассказать, как можно дома сделать настоящие салонные процедуры. Здравствуй, моя дорогая. Здравствуй. Когда ты появляешься у меня в гостях, я сразу понимаю, что все будет хорошо, а главное, полезно. Я расскажу тебе сегодня секретные не секреты, если вы будете пользоваться ними раз в недельку или несколько раз в неделю, то процедуру педикюра можно будет делать не так часто, как это требуется, особенно летом. Угу. Это раз. Во-вторых, очень сильно кожа стоп и кожа ног между пальчиками выдает действительно возраст. Ну что, мы же хотим, чтобы наши стопы выглядели как у молодых девчонок, правильно? Что нужно делать? Первый секрет. Для каждого дня мы покупаем гель для душа, какой угодно, неважно совершенно. Мы открываем бутылочку нашу. Вот видишь, у тебя здесь немножечко есть манки. Мы хотим туда манки засыпать. Да. Второй момент. Нам нужна морская соль. Можно половинку столовой ложки, если вы хотите, чтобы скрабик был более мягкий. Но если кожа погрубее, то можно целую столовую ложечку. Добавляем. Там уже полный флакончик. Это хорошо, потому что мы закрываем. Так. И просто взбалтываем, перемешиваем. Так, Олечка взбалтывает обычный гель для душа, который вам нравится. Туда добавлена манка и морская соль. То есть это пилинг, да? И мы можем не только стопы ним проходить, а можем коленочки. Можно даже немножечко обратить внимание на локоточки. Угу. Просто вы потерли и принимаете душ, смыли это все и пошли. Этого достаточно. Каждый день вместо геля можем использовать вот наш специальный домашний скрабик, да? Да, абсолютно точно. Все понятно, правда? Второй секрет. Мы будем использовать несколько реже. Но он более действенный. Mm-hmm. Мы сделаем такой компресс для ножек, mm-hmm. который позволяет нам быстро снять отек и, собственно говоря, себя прекрасно дальше чувствовать. Нам необходимо молотый кофе, натуральный. Вы знаете, что кофе является прекрасным тонизатором. Насколько крупно он помолот, это важно? Нам абсолютно не важно. Это зависит от того, во-первых, какой кофе есть. В каком количестве? Сделайте первый раз просто какой-то себе мини-рецепт для того, чтобы посмотреть консистенцию, что вам нравится, что добавить. И когда вы уже свой рецепт устаканите, вы уже сделаете большую баночку. И второй момент. Нам необходима морская соль. Опять же таки, 2 столовые ложечки. Вы уже помните, что морская соль является прекрасным антисептиком, да? Угу. Вот видишь, это чудесный порошок. Понюхай. Корица. Корица совершенно верно. Добавьте лучше вначале столовую ложечку. Как говорят на кухне, корицу по вкусу добавьте в вашу маску для ног. Абсолютно верно. Во-первых, это придаст и аромат. Во-вторых, корица действительно очень здорово помогает тонизировать ваши ножки, как бы разогреет, распарит и уберет этот отек. И опять же таки аромат. Аромат кофе с корицей. Ну здорово. Мы добавляем туда оливкового масла, так, чтобы у вас получилась густая кашица. Масло берем только оливковое. Оливковое масло кожу неимоверно размягчает. И еще это средство очень хорошо в борьбе с мозолями, вот с неприятными отеками между пальчиками. Опять посмотри, может, достаточно? Дорогие мои, не должно остаться каких-то сухих участочков. Если вы ее поставите в холодильничек, чтобы она была прохладная, вы пришли домой, взяли эту баночку, взяли обычную пищевую полиэтиленовую пленочку и просто эту смесь наносите на стопы и оборачиваете ее пленочкой снизу вверх, от пальчиков вверх в сторону коленки. Если у вас болит еще и голень, то опять же таки эту смесь аккуратненько немножечко по ноге распредели и от пальчиков вверх вы абсолютно легонечко, не надо сильно сдавливать, делайте себе такие валеночки. Повернулись к стенке и положили ваши ноги чуть ли не под угол 90 градусов. Угу. И вот буквально, минут 20. Сняли, да, вымыли ножки просто вот душем. Я вам гарантирую, что на кухню, к ужину вы побежите просто как нимфа лесная. Как будто и не уставали за целый день. Абсолютно. Итак, давай напомним, в эту маску для ножек входит... Молотый кофе, морская соль крупного помола, оливковое масло и, конечно же, наша корица. Значит, 3-4 раза в неделю мы можем смело вечерком посвятить 15 минут этой масочке, абсолютно, чтобы она помогала нашим ножкам. Абсолютно. Олечка, есть еще одно средство. Я предлагаю вот такой спа-экспресс-педикюрчик на дому.
А эффект будет как от салонного педикюра, только правда? Единственное, что я вас попрошу, внимательно просто расставьте все позиции, как должны быть. Вначале мы готовим маску, такую маску крем-скраб. Нам необходимо полстакана манки, нам известной, половинка столовой ложки морской соли. Вы запоминаете рецепт? Если что, записывайте. Оля напрасно не посоветует. Пол столовой ложки, да? Да. Перемешиваем это. И теперь мы потихонечку вводим очень густые жирные сливки. Можно взять сметану, если вы хотите. А кефирчик? Можно, угу. Да. Но все-таки жирная сметанка лучше. Нам надо сделать консистенцию очень густого крема. Угу. Если вы хотите, можно добавить немножко овсяной муки. Угу. Особенно для тех, у кого очень нежная кожа. Слушай, ну это вполне похоже на густую манную кашу. Что у нас уже тут есть? У нас полстакана манки, угу. Пол столовой ложки соли крупной морской. Угу. И заварили мы это жирными сливками до создания крема. И теперь добавляем столовую ложку меда. Мед для ножек – это, конечно, круто. Это очень круто. Вы знаете, пахнет это просто настолько вкусно и гениально. Ой, вкусный мед. Да? Угу. И мы размешиваем вот эту вот прекрасную нашу массу. И что мы делаем? Мы с вами садимся, окунаем ножки наши в тазик, распариваем их, зачерпываем вот эту вот нашу кашицу и густо наносим на ножку одну. По стопе, по своду стопы, каждый пальчик. И особенно, мои дорогие, вот у нас луночка ногтя вот такая вот, да? И вот прям вот по валику массируем, массируем, массируем. Ножки в теплый таз, сполоснули. И потом можно нанести под крем любимый наш для ног, который мы используем. Когда вы это сделаете, полотенечком промокнули, и ножки уже почти сухие, и немножечко пемзой вы увидите, где у вас кожица, как бы она как отслоилась. Она очень легко снимется. После такой масочки, абсолютно. Да? Кутикула станет мягкой, и она приоткроется и даже немножечко сойдет. И вы аккуратненько, очень тоненькой пилочкой, либо бафиком, полировщиком, просто по ноготочкам так слегка пройдетесь, ноготочки подстригли, и все, и педикюр готов. Нанесли лак для ногтей, и с красивыми ногами мы можем лежать на солнышке. У меня такое впечатление, что во время того, как мы будем так обрабатывать ножки, мы заодно и маникюр сделаем. Да. Оля точно еще ко мне придет, потому что от тебя, моя дорогая, я узнаю всегда столько интересного. Ну что, я уверена на 100%, и вы тоже в том, что, получив эти знания, а главное, применяя их регулярно, мы будем красотками с головы до пяточек. Наши ноги будут просто блистать. И все будет доброе!